Так, еще раз добрый день, мои дорогие. Знаете, так получилось, что не сохранилось эфир, почему-то выбило, выскочило из... из соцсетей меня выбило почему-то. И сейчас я вам всем говорю, если кому-то интересно, вот тем, которые, для которых я мерила, пишите в личку, и я вам свой эфир вам в личку буду отправлять, чтобы вы увидели, чтобы вы видели эти модели. Потому что я там все померила, и так получилось, что эфир не сохранилось. Почему-то, ну, действительно очень сложно здесь справляться с соцсетями. Вот в любой момент вот так вот выбивает из трансляции, и все, и потом уже не сохраняется трансляция. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, WhatsApp. Я сейчас вам пришлю WhatsApp +86, это код страны. Так, +86 134 26 134 777. Так, опубликовать и нажать. Как-то вот так меня научили. А вот. Нажала. А что-то не получается. Так, прикрепить комментарий. Ура! Прикрепила мой WhatsApp, девочки. Вот, я прикрепила свой WhatsApp. Я сейчас прикреплю еще свой магазин Premium Copies. Wait me, please. Так, Premium Copies. Premium. Нижнее подчеркивание. Copies. Так, опубликовать. Вот, опубликовала. И теперь... Ой, куда она у меня делась опять-то? Она у меня куда-то уже исчезла. Вот она. Вот она. И прикрепить комментарий. И это тоже я прикрепила. Все. Вот, пожалуйста. Фу, блин. Нижнее подчеркивание нет. Нижнего подчеркивания. Сейчас еще раз прикреплю. Так. Премиум. Неправильно, девочки, подождите. После премиум нужно нижнее подчеркивание. Неправильно. Девочки, которые смотрели на модели, которых я мерила, не сохранилась эта трансляция, пишите мне в личку, кому интересно, я эту трансляцию могу лично вам выслать в личку, вы посмотрите и выберите, что захотите. Но если вам интересно там какая-то модель, то посмотрите еще раз получше. Окей, теперь вот пишу премиум. Окей, сейчас буду повнимательнее. Так. Все, сейчас вот, и вот сейчас на него нажму. Вот нажала. О май гад. Вот видите, нажимаю и что-то... У меня просто телефон тупит, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну почему же, что почему? Во, прикрепила. Вот это вот правильно. Вот. Девочки, я сегодня делала прямую трансляцию, мерила вещи, и, к моему большому сожалению, меня выбило из трансляции, и не сохранилась моя трансляция. Вот. Если кого-то вещи интересуют из той трансляции, то, пожалуйста, пишите мне в личку, и всю трансляцию я могу вам выслать в личку, потому что она у меня в телефоне сохранилась, а вот в этот, как его, у меня вот в этом эфире ее нет. Эфир виснет, потому что плохая, очень плохая, ужасная. А,
Интернет здесь плохой и вообще связь плохая очень. Вы лучшая, спасибо вам большое. Огромное спасибо вам. Вот, я сейчас, подождите. Я уже, чтобы зря не сидеть, я сейчас вам обувь буду показывать. А ту трансляцию я вам как бы вышлю, если вас это будет интересовать. Девочки, вот смотрите, Валентино в лучшем качестве, вот, с кожаной подошвой, вот это вот отстегивается, это можно отстегнуть вот эту вот штучку, это же отстегивается, Наташа, да? А вот здесь, ну, да, это можно снять полностью, можно без нее, а вот это вот, без этого, без этой штучки, она шикарная прямо. Вот, я нахожусь в шоуруме, у них есть своя фабрика обуви, они отшивают обувь, и вот я у них сейчас в шоуруме. Ой, смотрите, девочки, вот это тоже, вот я эту модель просто обожаю, я ее прям, вот, смотрите, ну, к сожалению, 40-го почему-то нету, вот, мне нужна 40-й размер, а и у них самые большие 39-й, вот, кожаная подошва. Нереально шикарная кожа. По всем стандартам. Все стандарты соблюдены. Даже вот размер, диаметрах даже. А вот даже фурнитуры. Размер фурнитуры. Даже вот шнурочек. Вот состав шнурочка даже. Вот качество кожи, что внутри, что снаружи. Все соблюдено, девочки. Вот. Ну и вот эти Фенди есть и Ботфордами. А вот, а есть и, конечно же, ну это уже хай-класс, люкс качество я вам показываю, которое вот прям люкс. А вот, есть, прямо вот очень длинные они, а есть, Серджио, это же все, уже не тот. Лучше, знаешь, что это прошлогодняя модель, я не люблю. А вот это вот очень хорошие, вот эти обе можно. Вот, смотрите, девочки, вот этот модель мне в этом цвете не нравится. На фабрике есть в бежевом цвете с цветными камнями. А вот. Есть в черном цвете с цветными камнями. Просто нереально качественные. Прямо вот нереально. Вот это стрейч, кожа хорошо тянется. А вот. И есть на низком каблучке вот такие вот. Смотрите. Вот она. Смотрите. Вот кожаная подошва. Они стоят, по-моему, у нас около, ну, где-то 57 тысяч рублей. Вот. У нас они 57 тысяч рублей. Вот. А здесь длинные стоят 6500, короткие 5500. Есть Hermès. Нереального качества у них. Девочки, смотрите на Hermès. Смотрите. Вот. Сейчас я вам покажу это. Вот. Кожаная подошва полностью. Все стандарты, все. Высота вот этой, вот этого вот каблука, ширина. Ну, вот все соблюдено. Фурнитура, вот здесь написано Hermès. Видите, внутри бежевая кожа, как вот именно в Фермесе. А вот, вот как вот все стандарты соблюдены. Вот шикарные сапоги, кстати, шикарные. Для ценителей Hermès. Вот. Вот эти тоже есть от мала до великого. У всех, кстати, вот эти вот.
Но вот именно вот это оригинал. Именно вот это, которое вот здесь не должна промокать. Вот здесь должна быть вот такая аппликация, чтобы не промокала обувь. Здесь не должна быть она совсем тряпочная. И вот здесь вот так должна быть. Вот. Вот это оригинал. И сильный изгиб должна быть. Если изгиб меньше, то это, ну, они дешевые совсем. А это вот из дорогих, из хороших, прям тоже по всем стандартам сделанное. Подписывайтесь на премиум копиес. Вот я сейчас вам напишу и прикреплю. Премиум копиес и заказывайте. И тот, там трансляция, которую до этого я вела, трансляцию, вы можете мне в личку написать, и я вам вышлю. Совсем нифига не вижу, блин. Вот. И теперь я ее сохраню. Прикреплю. Каким-то образом прикрепляют. Вот. Как же это прикрепить-то, господи? Ну все, у меня телефон просто тормозит, мне кажется. Ага, прикрепить. Вот я прикрепила. Премиум копиес. Смотрите. Ой, господи, да что ж такое-то? Ага. Все. Вроде что-то наладила. Что-то наладила, девочки. Да, я уже все прикрепила, я тоже вижу. Спасибо, девочки, мне написали, как прикрепить. А вот. И вот научилась. Вот так. Что у тебя, Наташа, еще есть прямо вот тут, вот, вот, вот прям вот, чтобы самое новое, самое новое. Вот, Прады у тебя есть шикарные. Я знаю. Вот, девочки, вот эти Прады, они вот в ЦУМе стоят 50 с чем-то тысяч. Вот здесь в шикарном исполнении, просто в нереальном. И есть, кстати, кофта спортивная, вот с такими же вот силиконовыми рукавами, вот здесь вот. Это кто? Это Стелла Маккартни? Это Маккартни? Да-да-да. Вот, Стелла Маккартни тоже, вот очень хорошая обувь, кстати, у них. Хорошо берут. А есть Версачи не на этой фабрике, это на другой фабрике. Просто нереальные Версачи есть. Вот сейчас буду, поеду туда и буду фотографировать цвета вот той модели. Ну, это Хлоя все знают, это уже все. Вот это Маквин? Ну, Маквин это ж классика, это сколько лет. Вот с разными задниками она есть. Вот этот вот Александр Маквин, вот эти. Они есть разные прям, разные. Вот и с красными, фиолетовыми, зелеными. Ну, вот и с кожаным, и с замшевым, и с лаковым. Вот с каким только нет. Вот они, ну, они такая уже второй год все их носят. Очень люблю вот Стюарт Вейтсман. Вот эти Вейтсманы, рыжие мне нравятся очень. Они просто нереальные в рыжем цвете. Вот этот Вейтсман. Вот. Ну, в черном тоже неплохие, кстати. Такая повседневная моделька. Но нарядная, стильная. Вот. Боже мой, ну почему такой свет хороший? Вот они, вот они. Из замши, из натуральной.
Вот. Это то, что прям мне очень нравится по качеству, что можно прям носить с удовольствием. Вот это. Вот. А, Гуччи, ой, мои любимые Гуччи. Ее не все понимают. Эту Гуччи не все понимают, конечно. Это по всем стандартам сделано, как для оригинала. Прям вот оригинал, прям, посмотрите. Кожаная подошва, вся внутри кожа, смотрите. И вот ее можно одеть вот так вот. Вот так вот одеваешь, как тапочки. Не все это понимают, но я это очень хорошо понимаю. Они просто нереального качества. Вот с этим вот. Сейчас я сниму бумажечку. Тут здесь все с бумажками идет. Вот видите, вот так. Вот с таким. Боже, какие они хорошенькие. Просто вот слов нет. Вот какие они шикарные. А есть с мехом такие. С мехом. Вот именно такого же качества, чтобы премиум был качество. Вот видишь, там все-таки вот здесь тоже, посмотрите, тоже кожаная подошва, туфельки, они очень хорошо, вот эти тапочки смотрятся с джинсами. Вот они просто нереально смотрятся, девочки. Я не знаю, конечно, многие, может, меня поругают сейчас, а для меня это, ну, очень понятно, это очень стильно, модно, просто круто, я считаю. Ну все, я покидаю прямую трансляцию, ребята. Вот, зимнего пока ничего нет. Как только будет зимнее, конечно, мне все сообщать, я вам сообщу. Вот. Кстати, вот эти платьишки очень хорошие вот на нас, на пышечек. Еще раз покажу, если они в черном цвете тоже. Их можно вот так затягивать, смотрите. Ой, она опять у меня убежала куда-то. Вот этот. Их можно затягивать. Ну, вот так вот. Смотрите. Можно ее носить вот так. Просто бантом сделать. Вот так. Можно вот так ее носить. А можно вот так. Мне вот так больше нравится. Вот в таком стиле мне она больше нравится, когда вот так висит. Она вроде и повседневная, и стильная. И к ней, кстати, я взяла вот такие кроссовочки вот с перьями. Вот. Вот такие. Очень хорошо подходит под нее. Вот. Ну все, мои дорогие. Улечу в Гуанчжоу, оттуда буду вас радовать сумками. Сумочки будут. Все, всего доброго.